Снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике настроим, значит, патрулирование вот этого персонажа. Так, и как это дело, значит, обстоит. Значит, выбираем вот этого персонажа, добавляем Shift-A, добавляем ему mesh, добавляем куб. Куб поднимаем. Значит, транспозом растягиваем, делаем побольше, чтобы этот персонаж был в кубе. Заходим в настройку куба, дальше мотаем, заходим в текстуры Bones, чтобы видеть его, значит, сквозь куб, поправляем. Теперь Ctrl-A применяем Scale и Ctrl-A применяем локацию вот этому кубу, да. Теперь давайте привяжем его сет геометрии, вот этот хитбокс. Найдем хитбокс из списка и отключим рендер. Вот так вот. Теперь Shift-A добавляем empty одну. Подставляем ее, где он будет патрулировать от empty к empty. Вот здесь одну, да? И Shift-D делаем еще одну. Где-то вот сюда ее поставим. Здесь будет зона его патрулирования. Так, теперь выбираем персонажа, находим физику и на все ставим No Collision, чтобы у нас, значит, вот этот персонаж не конфликтовал в хитбоксе, значит, вот с этими всеми делами. Так, теперь, значит, на Rig ставим No Collision. На фартук этот ставим No Collision, на верхние зубы тоже No Collision. Так, теперь что у него происходит? У него происходят глаза, тоже No Collision, и вот это тоже No Collision. Так, теперь выбираем Rig и связываем его с хитбоксом Ctrl-P Object. Так, смотрим, семерка на нампаде, да? Давайте выберем хитбокс, перекрутим его в какую-то сторону, вот в эту. Подведем какой-нибудь empty. Empty тоже можно немножко, значит, выровнять, подгадать. Можно добавлять потом еще empty. Так, ну, этот персонаж у нас как бы на весу. Давайте его опустим. Да, значит, навмеша, зеленый вот этот навмеш, он будет по нему, значит, ориентироваться, ходить. Так, теперь что еще? Применим, наверное, а потом, если что, применим, значит, местоположение Ctrl-A, там, Rotation, и настроим ему анимацию. Найдем Drop Sheet. Так, теперь Action Editor, выберем Rig, вот здесь у него есть анимация, вот такая штукенция, да, так, и назовем ее как-нибудь походка, да, походка, патруль. Так, есть такое дело, назначили. Так, теперь что у нас еще? Теперь заходим в логистику и настраиваем на хитбокс вот этот, значит, логику. Делаем делай, потом делаем, значит, ему моцион, соединяем все это дело, добавляем, значит, edit object, соединяем edit object, ставим на слежение track to и ставим, значит, первую, значит, empty. Так, есть такое дело. Проверяем теперь, какую штуку добавляем, еще одну делай, потом добавляем опять же motion, даже можно не motion, а просто добавить edit object, да, и соединяем вторую просто с edit object и motion, возьмем вот эту первую, соединим тоже.
Так, на первую ставим минус 0.05, чтобы походка была медленнее. Потом, значит, проверяем N панель, по какой оси он движется, по минус x, по плюс x, да? Так, значит, теперь выставляем здесь, так, ставим вторую empty и ставим, значит, минус y, фу, минус x, и, значит, где еще тут поставим? Empty, 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 mouse, track to, и тут тоже минус x. А ну-ка, P английская. Так, персонаж идет, доходит и game over, да? Так, значит, что нам нужно теперь? Нам нужно добавить еще один delay и, значит, завязать это все на, значит, повторение. Что будем делать? Добавим сюда state и state соединим с этой штукой. Вот раз соединили, переключаемся на второй слой, именно здесь переключаемся на второй слой, значит, тут вот в этой функции state, если у вас будет отключен, у вас будут высвечиваться все вот эти настройки, state включите. Добавляем сюда тоже delay и добавляем state. Соединяем все это дело вместе. Переключаемся здесь на первый слой и заходим, значит, на первый слой в контроллерах. Так? А здесь стоит второй у нас слой. Так, вроде бы все нормально. Теперь, значит, проверяем P английское, включаем. Персонаж идет, 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 идет. Куда он сейчас дойдет? Он должен дойти до empty и развернуться, пойти как бы назад. Но он назад пока не пойдет, потому что нужно настроить вот эти все вычисления. Да? У него 42 анимации. Так, получается. Давайте еще на rig сразу поставим анимацию. Значит, always. И поставим акцион. Подставим ему, значит, связку и добавим ему анимацию. Анимация у него походка. Так. Идет. А ну-ка. Забыл, как я ее назвал. Дропшит. Походка патруль. Во. И у него, значит, сколько тут? 43 кадра. Значит, это G. Передвинем до нулевого. Угу. Зайдем в логистику. Ставим ему 42 кадра тогда. Так, есть такое дело. И ставим тогда loop stop. Попробуем loop stop, а ну-ка, P. Так, персонаж идет, но опять его почему-то выворачивает не в ту сторону, да? Так, здесь он разворачивается и, ага, не знает, куда ему дальше двигаться. Так, выбираем, значит, теперь настройку. У него 42 кадра. 42 кадра умножаем. 42 умножаем, допустим, на 5. 210. Тогда 42 умножаем на 6. 252. Ставим во втором делай 252. Тут тоже ставим 252, задержка и действие, и ставим теперь 252 и 252. Давайте поставим, так, 504, попробуем так. А ну-ка, P.
Ну вот он ходит. Единственное, что у него почему-то нету разворота. Патруль, в принципе, настроен. Единственное, нужно теперь ему Z-аксис минус 0,05. Track to empty. Все у него вроде работает. Тут вроде бы все выставлено. Так, смотрим, что у него значит теперь вот с этой штукой. Так, Ctrl-A. Ротация. А ну-ка, P. Во, все, rotation поправился. Вот чуть-чуть ему расстояние видно маловато. Здесь вот он нормально, все идет, все он патрулирует. Еще в какой-то момент можно добавить ему анимации, где он будет останавливаться возле empty и оглядываться там в покое, да, как бы следить. Так, смотрим, значит, а ну-ка, P, английское, все, наш бандюкан ходит. Единственное, что, возможно, вот эту empty чуть-чуть можно отодвинуть, а ну-ка, P. Вот у него хода еще как бы больше хватает, да? И здесь он уже доходит до самой empty, здесь он доходит сюда и подпер у него разворот-поворот. Все, вот он патрулирует. Ну, в принципе, что, как говорится, нормально, да? Первая часть, значит, есть для понимания, как здесь все устроено. Там уже другие есть варианты настройки, чтобы он, доходя до какой-то точки, останавливался, допустим, там оглядывался, стоял, курил, смотрел, ну, чтобы не постоянно ходил. Но принцип вот как бы для понимания, чтобы на будущие, значит, дела, чтобы знать, как это все дело устроено. Вот такая штука. Так, в следующем ролике давайте настроим ему радар, чтобы он видел нашего персонажа и начинал на него нападать. Так, все, на этом пока. Всем до свидания. Вот такая информация по патрулированию.